Школу я любила, потому что учеба давалась легко, училась прекрасно, с огоньком. Единственное, что мне, конечно, не нравилось, это ограничения, которые мне казались очень часто неоправданными. Ну, вот, к примеру, вот как можно было запрещать носить черные капроновые колготки? Их продажи-то не было. Мне кажется, у меня у одной единственной были, потому что я у мамы взяла, где-то там с какой-то затяжкой, где-то там что-то такое прикрыло, что-то там подшило, чтобы не было видно. И все. Ну, меня ругали, меня вызывали к директору школы и говорили, что, в общем, это страшно вульгарно, и только какие-то неправильные женщины носят такие колготки. Ну, вообще, какая-то глупость несусветная. Директор позвонила моей маме, пожаловалась, на что моя мама сказала, что у меня девочка очень благонадежная, я ей эти колготки носить разрешаю. И вот отвоевала таким образом, и я продолжала их носить. Ну, это, конечно, глупость. Нам не разрешали носить часы, но тут я даже и не сильно сопротивлялась, потому что, действительно, чаще всего ученики в конце урока только делают, что смотрят на часы и уже мало думают о занятиях.